Всем привет, с вами Лара Шум, с довольно-таки интересного места, оно очень историческое. Там жили Оболонские, Горлицыны, Столыпины, но дело не в этом, теперь там побывала нога Лары Шум и не просто так побывала. Внимание! Значит, мой рюкзак, мой велосипед. Я зацепила велосипед к этой скамейке и пролезла вот в такую вот дырку, потому что усадьба Грачева, вот, она там вдалеке, туда нельзя, там больница, к сожалению. И но если очень хочется, то можно, поэтому я могу вполне пролезть вот в такое вот отверстие. Пролезла с рюкзаком, рюкзак оставила там и пошла гулять. Вот, я успела все сделать, я успела поснимать, сделать фото, видео, небольшие репортажи, которые буду выкладывать в Инстаграм. Но самое главное, я успела тихонечко уйти от охранника. Вот, охранник шел медленно в мою сторону, я начала медленно идти к этому самому забору, чтобы пролезть в забор и выйти. Теперь усадьба Грачева вдвойне историческое место, так как там побывала нога Лары Шум. Я люблю острые ощущения, поэтому не надо, конечно, может быть, делать всем, как делает Лара Шум, да, ползает в различные дырки в заборе. Но почему бы и нет? Если вы тоже экстремал, то рекомендую. Только аккуратно, чтобы охранники вас не поймали. Дело в том, что каждое воскресенье или субботу я беру свой чудесный велосипед и куда-нибудь еду. В Подмосковье ближайшее или в Москве есть интересные исторические места. И выкладываю в Инстаграм, на свой YouTube-канал. Так что подписывайтесь, ребят, подписывайтесь. И всем хорошего дня, интересных путешествий, чудесных выходных. Приятных, таких прикольных. Всем пока-пока. И до новых встреч.